областного центра проходит первенство города Орска «Весенняя копель». Среди девочек и мальчиков 9-10 лет и среди девочек и мальчиков 14 лет. И мы надеемся, что сегодня и в этот период вы покажете самые лучшие достижения. Мы рады вас видеть. Очередной раз город Орск принимает российский теннисный тур. Это соревнование между детьми категории 9 лет и 14 лет и младше. В турнире принимают дети, можно сказать, почти из полстраны приехали у нас. Это Екатеринбург, Оренбург, Уфа, даже с Москвы есть представители. В этом турнире участники, которые принимают участие, набирают очки, которые суммируются в течение года. Они набирают и тем самым повышают свой рейтинг. Рейтинг в турнирной таблице российского теннисного тура.